Но теперь давайте посмотрим на само изделие кулибина. Я, когда начал считать, насчитал в нем примерно 12 или 13 слоев сочленения различных механизмов. То есть получается, что не в одной плоскости размещены все шестеренки, а в 13, примерно в 13 или 14 плоскостях. Чтобы вы понимали, если вы сейчас возьмете, допустим, коробку передач современной машины, ну давайте возьмем механическую коробку передач, то она по своему устройству намного проще, чем вот эти вот часы Кулибина, сделанные в 1776 году. Мало того, если вы посмотрите внимательно на часы, вы увидите там, что они, во-первых, корпус точен на токарном станке, и следы работы токарного станка видны однозначно. И сам корпус собран вот такими вот болтиками, и даже меньше. То есть тогда возникает вопрос, если вы в 1776 году умели точить вот такие болтики, умели точить шестеренки, умели точить корпуса, там все остальное, это, зачем вам делать медные пушки, чтобы из них стрелять чугунными или каменными ядрами? Что вам мешает сразу изготавливать пулеметы?